have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! И мы тут решили заглянуть в Murder Mystery. Давненько мы здесь не шатались. Очень давненько. Да, так я. Не в то нажимать, надо в это нажимать. Так, тут у нас чатик, тут у нас эта карту вроде выбрали. Поехали. Вроде. А, сурф. Я тоже сурф. Вот, они как-то одно время тут очень сильно пообновляли карты, пообновляли кучу всего. А сейчас мы зашли глянуть, что поменялось, а оно так не особо-то что поменялось, просто какое-то ощущение ностальгии. Вот. Оу, прям сходу. Я чувствую, то, что за мной идет убийца. И мне это не нравится. А, нет, это не убийца. Так, по крайней мере, я знаю, кто шериф. Я не знаю, кто шериф. Кто шериф? А, этот бекон. Беконоволосый, да. Беконорожденный. Бекон. Так, было бы логично держаться к нему поближе, потому что он дурной немножечко. Его сейчас убьют. У меня такое ощущение. Такое ощущение, как будто было бы очень нелогичным подержаться к нему подальше. А, его да, убили. Он меня убил. Это он меня убил, и он сам подохся, понимаешь? Беконоголовый? Да, беконоголовый. А! Я тебя вижу. И как всегда, у меня самый высокий левел. Он еще убьет. Ну потому что ты в этой игре прожил, блин, 100-500 жизней. Вообще-то в этой игре я прожил всего лишь 56. Убийц. В общем-то, блин, я тут дофига еще раз слышал. Меня прибили. Жаль. Жалька. Привет. Дога рыцарь. Да, я дога рыцарь. С пихленькой во рту. Так, а вот эта фишка тут осталась, интересно, или нет? Да, осталась. Прикольно, сюда может зайти. Это тайная комната. Ну, она по-любому должна была остаться. Оу! Шериф! Ну, не шериф, шерифа убили, а этот чувак с револьвером. Победил, молодец. Mm-hmm. Давайте дальше. Вообще, оно такое прикольно, поорать, понервничать. Игрушка довольно веселая. Да. Ну вот. Не, так. Не отель. А? Только не отель. Оу, скриншот. Они отель хотят выбрать. Почему? Ну пусть выбирают отель. Пока ты не убийца, ты отель знаешь, это хорошая карта. Это плохая карта. Нет, пока ты не убийца, это хорошая карта. Когда ты убийца, это плохая карта. Да. Потому что там куча нычек и куча комнат, и ты их всех за раз-два не проверишь. Там кинотеатр стрёмное место, потому что если ты в него забежал, туда забежал убийца, то шансов выбраться оттуда мало. Да. А, ну все равно не. Чем мы обсуждаем это, если оно не это? Так, не, торговаться я не буду ни с кем. Спасибо, я сурф, если чё. А ты? Я тоже сурф. Да. Ухом нюхаешь цветы? Да. Что же мне делать? Собирать монетки или сидеть где-то в очень темном месте? Собирать монетки в очень темном месте. Нет, там нет монеток. Там монетки не растут, это слишком темное место. Я подозреваю, что эти монетки называются коины. Какие коины? Я подозреваю, что из-за того, что на этих монетках цифра 2, это... Это ай, блин! Чувак с белыми волосами, убийца. Я его видел только что. Ай-яй-яй. Я не буду за ним идти, потому что нафиг мне это надо. Это не он? Нет, не он. А, кто? А, вот этот вот, да, вот этот с квадрокоптером с белыми волосами. Тот, который в прошлом раунде выиграл. Он сейчас идет и этот. Джефф, 1400. Да. Хедыщ.
Откуда я так много монеток собираю? Сколько я много монеток собираю? Он тебя слышит по звуку, если че. Там есть нычка. Ты что, не знал? Там револьвер лежит. Ты там куча раз прятался. Там револьвер лежит. В той нычке, иди. Он в центре, я понял. Он за тобой, он кидает нож. Ладно, так, а кто у нас еще остался? Остался чувак где-то сидит. Двое чуваков где-то сидят. Ну, блин. Тут он в коробке, именно там, где я хотел спрятаться. Только тут там. Тут нужно знать все хорошие нычки. Я знаю все хорошие нычки. Я не знаю, если я стану убийцей, я, кажется, не выиграю, потому что я не настолько хорошо знаю все нычки на всех картах, чтобы прям вот так вот зайти и... Вот он, по-моему, сейчас одного найдет, нет? Нет, он его не нашел, он просто слепой. Мимо пробежал. Ты здесь, за дверью? Нет, 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 не здесь. Ну, по крайней мере, он соберет монеты. Я хотел собрать монеты, но мне кто-то не дал. Так. Джефф, ну, блин, не тряси камеру, Джефф, мы за тобой наблюдаем. Ты у нас бегущий человек. О, тут появился новый скилл. Какой? Капканы. Прикольно. Еще появилась белка, где ты сможешь использовать супер ульту, и ты будешь очень быстро. О, чувак с синими волосами вылез, он теперь это, ну, видимо, мало времени до конца раунда осталось, раз он тут сидит, тупит такой. Но у того второго с красным освещением он вообще не найдет. То есть это он сейчас убьет, да, без проблем. Это очень тупая идея с его стороны. Хотя насчет убьет без проблем. Тебя он убил без проблем. Этого чувака он будет убивать с проблемами. А, ну ладно, ладно. Так, остался последний какой-то Вася. Сидит непонятно где. Я не знаю, что это за место. Где он, понимаешь? Где? Объясни. Он как раз там, где был убийца. Но убийца слепой. Ну да, он был в той комнате, где мигало все. Я понял. Короче, сурвы победили за счет того, что у нас было одно растение. Что за одно растение? Ну, чувак, который овощ. Да. Это было вполне растением. Так. Я вижу тут очень классную карту под названием... Давай офис 3, да, в самом деле. А не, давай банк. Да не хочу я банк. Я хочу банк. Блин, чувак, хорош мне трейды кидать. Я сейчас вообще трейды выключу, чтобы... Я тоже выключу трейды, потому что нафиг мне не нужно. Потому что я не умею писать стихов. Ладно, так. Что ты мне эту баночку со светлячками предлагаешь? Да. Смотрю, какие светлячки есть. Так, что вот? Уии! Прикольно. Пиксельные светлячки. Да, пиксельные светлячки всегда классно. Классно. Ну мы это, загрузимся на карту сегодня или где? Думаю, нет. Наблюдать нельзя, карту мы выиграли. А, вот, загружается карта, наконец. Что-то это было долго на этот раз. Да. банк. А, сурф. Я тоже сурф. Банк. Но у меня уже 10% шанс. Чувак такой говорит, а где последний чувак был? Это Джефф. Кстати, вот это имя Джефф, не знаю, у меня почему-то ассоциируется... ребят, кто смотрел «Люди в черном», первую, вторую часть, вот вторая часть, если вы помните, с чего она начиналась. Как Джей гонялся... Ох, блин, там уже убивают кого-то. Я не верю Джеффу. Мне что-то не нравится эта персона. Вот, что как Джей такое... гонялся по метро за гигантским червяком. Вот, этого червяка звали Джефф, если я не ошибаюсь. Я подобрал пистолет. О, круто. Кто же? Убийца. Кто же? Такое подозрение, как будто этот парень, который прямо рядом с тобой, был убийцей. Может быть. Я сейчас буду байтить немножечко. У тебя пистолет протухший, из него зеленый дым идет. Наверное. Он, наверное, воняет, как французский сыр. Это вообще-то снежный пистолет. Ты чего? Ну хорошо. Давай начнем с того, что это не пистолет, это револьвер. К тому же, несмотря на то, что у него есть барабан, он почему-то однозарядный, как хэнд-кэнон. Но это уже другое. Кто? Вот этот чувак? Нет, не вот этот чувак. Не Джефф. Мне кажется, вот эта девочка.
А мне так не кажется, потому что она никого не убивает. Хотя она бы сейчас могла сделать даблкил. Видишь, ты ее боишь, как моешь. Это не она. Нет, нет. Во, она! Она! Че-че-че! Таким образом. Она слишком близко к нам прижималась. Я тебе говорю, это она. Не может человек так близко тереться. Ты типа, а-та-та-ра-та-та. Дай я спину почешу, ага. Круто, 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 круто. Этот раунд закончился в нашу сторону. Да. Чувака вон этого Дарку прорвало, он такой... Да. Окей. Офис. Да, and studio. Слушай, давай за заводом. Я там знаю, чем хорошие лычки. Завод, поехали. Надеюсь, я не буду биться. Потому что... Мы втроем, как работники месяца, просто идем на завод. Да. Надеюсь, ты сможешь забраться в кое-какую нычку, потому что нас там никогда не найдут. Я надеюсь, что я стану более активным персонажем, типа убийцы или шерифа. Вот на что я надеюсь. Угу. А мне, в принципе, пофигу. Потому что мы нычки. Наверное, даже шерифом я бы хотел стать больше, чем убийцей. А я больше хочу. Сейчас, Сурф. Тоже Сурф. О, ты как раз там. Смотри, не слезай оттуда. Как только я скажу, то, что я подошел, ты будешь спускаться, и я тебе покажу суперничку. Очень классно. А меня тут сейчас убьют? Ты уверен? А, не, она не убийца. Спускайся. Давай, я тут. Сзади! Блин! Да какого фига? Это не сложно. Зачем переключился на первое лицо? Я хотел, блин, тебе показать суперничку, так тут сразу какой-то парень вышел, у которого некрасиво. О, шериф. Робо Милов. С головой консоли. Вот, ребят, до чего доводит консоли. Ладно, шучу. Вот, вообще, с появлением сейчас, с объявлением нового поколения... Посмотри на него, посмотри на него. Посмотри на нее. На кого? Я в голосовалке. Ну. Посмотри, у нее нубик на шее. Блин, я хочу такую шляпу. Надо будет посмотреть, кстати, это покупается или... Блин, это круто, я хочу такую штуку. Нубика на шее, ага. Ну вот, так я и говорю, что сейчас типа стёб насчёт новых консолей с объявлением нового поколения, там пятой плойки, Xbox'а нового. Вот, стёб насчёт новых консолей стал гораздо больше, чем раньше. Блин, ту же карту выбрали, кстати. Вот, и кто-то говорит, что Xbox похож на холодильник, кто-то говорит, что плойка похожа на роутер и всякое такое, ну, не знаю. Иди в центр, там, где ты был. А, сейчас. Тут есть одна очень классная штука. Блин. Ящики не толкаются уже? Все уже, да. Пофиксили. Мне не нравится этот фикс. Ай, сзади. А! Это Джефф. Это опять Джефф? Да, это опять Джефф. Круто, круто. Я за тобой наблюдаю. Как ты в панике бежишь. Я не в панике бежу. Что-то мне подсказывает, что под твоим шлемом находятся вот эти дикие глаза в разные стороны, и ты такой... Единственное, что я могу сказать, то что я его не боюсь, это не страшно. Блин, я по привычке просто хочу брать и толкать эти ящики сюда, чтобы они смогли драться. Радио убили. Он внизу, он внизу, он внизу! Давай, давай, кидай, кидай, кидай ножик. Давай, кидай. Залази, залази. Ха-ха-ха, хитрый. Там на улице шериф стоит, а шериф, кстати... Да, это вот этот чувак. И тут Джефф такой стоит за уголочком. Yellow hair. Блин, почему мне теперь так хочется этого маленького нуба? Я не знаю, потому что... Револьвер на улице, быстро! Ай, блин, он там сейчас всех поубивает. Он стоит и охраняет револьвер. Мне сейчас не хочется выходить туда, знаешь? Сколько минут осталось? Сколько сейчас уже прошло? Какая я не знаю. Какая цифра сверху? 546, 546, 60. Блин. Она вниз идет или вверх, я не помню. Вверх. Вверх. Значит, то ли 700, то ли 800 надо. 800 может быть.
ну тогда совсем немножко. Я тут даже могу присесть, поотдыхать, посмотреть, побайтить. Ну, у вас осталось два сурва. Вот мне что-то как-то пофигу. Мой ха-ха-ха, чувак взял револьвер! Красава! Так попади, попади! Блин! И теперь револьвер стал еще в гораздо худшей позиции. Ну, ты сейчас по времени выиграешь. Ну, да, да. Кемпер. Иди, иди, давай, чувак. Я уверен, то что он меня... Сколько у тебя на таймере сейчас? У меня сейчас целых... Иди быстро забери револьвер, он в канализации. За грузовиком револьвер там, понял где, да? Да. Взял? Да. Залезь в грузовик. А, ну все уже. По времени? Да. 900. А. Прикинь, нужно было залезть в грузовик, двери бы закрылись, и потом такой берешь изнутри, открываешь эту дверь и вылазишь такой с револьвером. Так, это было бы неплохо. Блин, ребят, я хочу побыть кем-нибудь за хоть какой-нибудь один раунд. Что-то очень хочется. Давайте попробуем. О, дом 2. Никогда не произноси эти два слова в сочетании. Это... Ты вызовешь демона. Когда ты вот будешь повторять вот эти вот слова, слово «дом» вместе в одном предложении со словом «два». Никогда этого не делай, серьезно. А ты я такой... сразу такой подумал, такое ощущение, как будто это какая-то киношка. Это не киношка, это хуже. Я же говорю, будешь это произносить, вызовешь демона, не надо. Я не хочу вызывать демона. Поздно. Ой-ой-ой. Иди собирай монеты, мой тебе совет. Я понял, кто ты, мне что-то не нравится. Знаешь, у меня есть кое-какая очень хорошая идея. Тут очень много монеток спавнится постоянно. Я могу так и выходить, собирать свое хранилище и уходить обратно. У меня наподобие фермы. Правда, я лучше пойду пособираю другие монеты. Ловишь, что бьет? Извини, ты был просто на пути. Это очень классно. Кидай ножи, кидай ножи. Да я кидаю. Да блин, как она развернулась? Она спиной выстрелила, ёпарасоте. Нет, серьезно, она от меня убегала и бах, мне такой прилетает выстрел, как раз уже ножом замахнулся в нее. Ладно, это было весело, это было весело. Да, это было реально. Почему у нее шляпкой занимал кроссинг? Не знаю. Это классная шляпка. Да, шляпка прикольная. Но она легчачая. О, давай опять дом. Осторожно. Осторожно, не произноси. Так. Посмотрим сейчас, кем я буду. Вот сейчас у меня, типа, эти шансы маничилы упали там до минус 5000. Минус 5000? Ну, примерно. Нормально. Да, сурф. И у меня, ну, 2%. 19%, блин. Опять сурф. Красава, красава. Я уверен, то, что там сейчас убийца какой-то чувак, который только зашел в игру, и у него там 0% до убийцы. Я предполагаю, кто убийца и где убийца, и что убийца. Я пока ничего не предполагаю. А я предполагаю. Тут раньше на гриле много монеток появлялось. Потому что там был баг, который очень много монеток приспавнил. А сейчас... Опа! И кто маньяк? Стой, стой, стой! Это моя монетка! Чувак с консолью на голове? Ну да. Блин, раньше можно было залезть на эту горку, и все было норм. Он умеет кидать ножи или нет? Вот это у тебя лицо. Ай! Тебя убили? Да, меня убили. Я думала, он не умеет кидать ножи. Я думала, он умственно отсталый. Вот у него консоль вместо головы, конечно. Все знают, что консоли ничего не знают.
мы это знаем? О! Поймал. Да. Блин, классная комнатка. Которая снизу и которая в телеке. Да. Да, классно. Такой хайдаут прикольный. Так. А что ты лагаешь, чувак? Это ты лагаешь или это у меня камера просмотра это он лагает? Блин. Вот он убивает шерифа, нормально. В него шериф спиной не стреляет. Нет, ты же не будешь стоять револьвер защищать, чувак. Он не кидает ножи. О, ну все. Это была ошибка. Ну, да, это реально была ошибка. Как ты мог промазать с первого раза? Со второго раза тоже. Это консоль немножко так неумственно осталась, и она умеет кидать ножи. Эта девочка просто... Блин, это та же девочка, которая меня застрелила. А здесь она в него почему-то в упор не попадает. Блин, сколько она? 4-5 раз. Что, блин? А, это чувак в ванной. Все нормально. Он же сидел, и не было видно, что было в ванной. Так как ты так промазываешь? Человек просто сидел в воде и ничего не знал. Как ты так промазываешь? Это что вообще происходит? Офигеть, он ее убил. По-моему, это из-за того, что он лагает, короче. Знаешь, да. Такой лагомонстр. Меня а кто тоже... остался? Оу, осталась коровка. Коробка. Ну а кто она, по-твоему? Ты знаешь, корова звучит обидно для девушки. Ну посмотри на ее одежду. Ну. Бокс. И тут бац. Бокс. Бокс. Итак. Ты знал то, что добавили нового покемона под названием Бокс? Бокс. Бокс. Я пытаюсь сейчас прочитать это имя. Дон один Бешипуцо Меморе. Ого ж ты, блин. Все, раунд закончил? Смотри. Дони Беш... Дони... Не надо, не надо, не надо. Ты сейчас опять... Все, короче, давай заканчивать серию, пока ты опять что-то не вызвал. Ребят, спасибо, что были с нами. Это было довольно весело, прикольно. Я рад, что мы сюда вернулись. Увидимся с вами в остальных бесконечных мирах Роблокса. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.